Новый год, а убираться лень. Салатоуборочная машина «Таджи» поможет тебе. 1 мая. Салатоуборочная машина «Таджи» теперь с функцией распознавания лица «Оливье». Хочешь жить дольше? В Австралии на бриджинг-визе один год за два. Получи бриджинг-визу и живи дольше. Фабрика постельного белья «Манчестер» объявляет набор девушек от 18 лет. Фабрика постельного белья «Манчестер». Сделай карьеру через постель. В Австралии. Думали, крокодил Данди? А вот и нет. Индиана Джонс. Вот я не видите. Вот тут столько ловушек. Как мне найти сокровище? Быстро сделай шаг назад. Кто здесь? Твой внутренний голос. Не думай. Просто шаг назад, тут ловушка. Теперь понял? Ага. Шаг направо. А теперь танцуй робота! А почему, собственно, робота? А почему бы и нет? Короче, шаг вперед! Еще шаг вперед! Тут стенка! Разбей ее! Головой разбей! Еще! 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 Ну все, я поехал. Пока. Ты куда? А я дальше как? Шок-шоу на телевидении в наше время обычное дело. А вот представьте. Шок-шоу на телевидении лет 10 тому назад. Смотрим. Доброго вечера, гости дорогие! И мы начинаем на нашей первой сессии в скамейке сборище людей под пули люканье веселые! Ну а что
между нами Канберра. Ну вот, приветствие сыграны, и обе команды вызываются на сцену. Прошу, команды, проходите. Я надеюсь, что наша глубоковажаемая жюри не настолько погрузилась в новогоднюю атмосферу, чтобы забыть, что им сейчас нужно давать первые оценки. Итак, напоминаю, что максимум за приветствие 5 баллов. Теперь внимание. Известные юмористы-КВНщики еще старого первого КВН Аркадий Инин и Ефим Смолин передают молодым КВНщикам мельбурные седые огромный привет. Они приводят в Австралию концертную программу «Из России со смехом». В Мельбурне концерты 16 декабря в Коуфилд Таун Холл, в Сидней концерты 17 декабря в Фиг Три Фера Нью Саут Уэллс Университи в Кенсингтоне, а 18 в Русском доме в Стратфорде. Все справки у Игоря Клава. Единственная лицензионная компания, предоставляющая спутниковое русское телевидение на территории Австралии и Новой Зеландии. Спасибо. Жюри готово? Итак, в порядке выступления команд. Прошу, КВН, шнурки. Пожалуйста, жюри. Команда КВН «Вверх ногами», пожалуйста, оценки.